Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Равиль Тузудинов, и я являюсь шеф-консультантом. Если у вас магазин, корнер в гастромаркете или, например, кулинария, где вы готовите монопродукт, конечно же, вам для этого нужно специальное оборудование. Такое оборудование нужно подобрать правильно. Поэтому в сегодняшнем уроке от Apache Lab мы представим вам гриль для кур от компании Huracan. И вместе разберемся, для чего он нужен и как с помощью него вы можете сделать приготовление вашего монопродукта на вашем предприятии быстрым, качественным и удобным. В первую очередь, на что вы можете обратить внимание, то, что внутри нашей рабочей камеры расположено 4 тена. Два из них расположены сверху, два из них расположены внизу по бокам, что позволяет равномерно прогревать продукт. Конечно же, в нашем гриле представлены жироотводники и фильтры, которые представлены вот таким поддоном, и, конечно же, фильтрами, которые расположены внутри рабочей камеры. Роторный механизм, на который крепятся люльки, куда, соответственно, вы можете загружать и части курицы, и гарниры к ней. Чем, в принципе, сегодня мы и займемся. То есть мы приготовим здесь курицу-гриль с гарниром. Как вы можете видеть, и как мы уже говорили ранее, барабан в нашей рабочей камере работает по роторному принципу, что позволяет нашему продукту приготовиться равномерно и избежать слишком зажаристой корочки. В нашем оборудовании дверца выполнена из жаропрочного и устойчивого стекла, которое позволит сохранить влагу и тепло в вашей рабочей камере. Также у нас имеется подсветка, что позволит, к примеру, в корнере сделать вашу точку более привлекательной, потому что вы показываете наглядно, как готовится ваш продукт. Рабочая температура в камере нашего устройства варьируется от 50 до 300 градусов. Все, конечно, зависит от массы продукта, который вы готовите в рабочей камере. Сегодня мы приготовили курицу и ананасы при 140 градусах в течение 1 часа. Этой температуры нам хватило для того, чтобы равномерно приготовить нашу курицу. И я хотел бы заметить, что если нам не нужно движение нашей каретки, мы всегда ее можем отключить. Хотел бы обратить внимание, что данный тип оборудования устанавливается либо на усиленный стол, либо на специальную подставку. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность вашим сотрудникам при работе с данным оборудованием. Гриль, как и любое габаритное тепловое оборудование, лучше всего устанавливать под вытяжными зонтами. Если ваше производство рассчитано на большую проходимость, то мы советуем вам выбрать гриль для курицы Huracan HKN от GE16. Он рассчитан на одновременное приготовление большего количества кур от 12 до 20. Обе модели подключаются к однофазной сети с напряжением 220 вольт. В сегодняшнем уроке мы с вами разобрали грили торговой марки Huracan. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. С вами был Равиль Тузудинов. Пользуйтесь техникой правильно.